Всех витаю, дорогие мои друзья. Посмотрите, Киев весь цветет. Жасмин цветет. Розы цветут. Еще какой цвет нежный. Ой, красота какая. Сирень, правда, отцвела. И здесь тоже все цветет. И Тамара тоже цветет и пахнет. Показываю, что все цветет. Да. Киев весь в цвету. Какие-то сирененькие. Еще цветочки. Приехала Люба в Киев. И Тамара... А, да, еще вон, видишь, бирючина цветет тоже. Ну, бирючина, такой запах не очень мне нравится у бирючины. Сейчас я вам поближе. Это тебе не лаванда. Да. А что, липа перебивает все равно. Да. Сейчас, подождите. Жасмин как пахнет. Да. А липа? Липа тоже как пахнет. Видите, как цветет. Вокруг забор это все. Бирючина так цветет. И вот еще жасмин. И птички поют. Ах. Ай-яй-яй. Вон тоже бирючина цветет все. Когда близко нюхаешь, то занадто, конечно. Занадто, да? А ну я тоже ж близко понюхаю. Ага. Говорит мне Вероничка. Бабушка Люба, потрогай, потрогай. Мы шли с фуникулера вниз. Я потрогала, рука вся желтая, знаешь. А Ева говорит, бабушка Люба, нюхайте. Хотела мне нос, чтобы у меня был желтый. Я говорю, не, я уже знаю. Да. Ого, мне так кажется, что так вырос. Выросла этот забор наш зеленый. Изгородь наша выросла. Боже, какая. Или это мне кажется? Акация, да, в прошлом году. А, акация, да? Эх, жалко. А так буйно цвела, так пахло. Да. Хотелось здесь только уходить. Но вот этот гул, конечно, не позволял. О, Тамара, какой-то новый кафе открыл? Ну, давай тогда. Мы шли вообще-то на озеро, но решили, что-то тут мы увидели красивое. Кафе какое-то открылось новое. Пошли посмотрим. Опробируем, как Тамара говорит. Я думала, что да, Люба приедет, надо зайти. Да. Да, магазин цветочный, наверное, открылся, не кафе. Да? А ну пошли посмотрим, что за магазин открылся. Интересно. А, на смачную каву, да. А, смачная кава тут? И все-таки кафе. Короче, мы не поняли. Что? Комбинированные цветы с кафе. А. Я так думаю, буклеты написано. Это что у нас? Брукмансия цветет. Кстати, я уже. А, это точно цветочный магазин. Точно. Доброго дня. Кактусы. Вот хорошо. У нас был когда-то здесь цветочный магазин, потом закрылся. Сейчас опять открылся. Спотифильм 275. Орхидеи. Хлопок продаю внутри. Да. И орхидеи. Это тот, что и был, да? Или это уже другой? Новый? Зайчики, попрыгайчики. А это новый? Это инший. Инший уже? А я думала, то, что был. Как он известный, ага, я уже забыла. Какая орхидея огромная, боже мой. Даже котики есть. 2590 огромная орхидея. И вот на срез еще цветы, холодильник. Да. Нету кофе или есть? Нет, можно.
Может робити, але ж де сюди. А, ну все. Еще, еще, еще они не открыты, да? Только начали, да, еще нету ни столиков. Даже лучше пойдем пока что там, где знаем. Потом когда-нибудь придем еще. Тамара, посмотри сюда, ты среди цветов. Махровая петунья белая. Да. Смотри, такая... Темно-фиолетовая, да? Тоже махровая. В этом году новые площадки еще достраивают. Интересно, пришли как раз на озеро. Гидрокостюмы висят. Люди здесь в аренду берут и плавают. Подожди. О, работает. Я уезжала, еще это кафе не работало. И лямочка. Это музыка тут играет. Да, под музыку придется вам показать. Он фен включается, электрик. Girl, you should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I want. Да, музыка здесь играет, поэтому под музыку все ставлю. Да, латте, латте. Нет, это капучино. А капучино? Латте, латте. Капучино. Его с целым лесным орехом. Чтобы не с сахаром, а с протеиновыми яйцами, с батончиками. Попробуй. Протеиновые батончики Тамара купила. Будешь? Тамара, смотри, сколько стало палаток здесь полно. Да. Раньше не было столько палаток. О, наши аж до туда, видишь? Видишь, люди отдыхают здесь. Да. Мы вот сегодня пришли, ночь не спали, голова гудит. Пришли к озеру, посидели. Да. Воздушные тревоги. Сегодня была воздушная, тревога. Но мы проснулись со Светой. Посидели в коридоре. Смотрим, ракета уже все. Но еще продолжалось. И мы пошли спать. А Тамара говорит, я буду караулить. Если вдруг наки... Да, я следила по телеграмму. Куда летят ракеты. Да-да. Поэтому у Тамары больше голова болит, чем у нас. Я не спала, пока... Не дали отбой. Дали отбой. Отбой в 6 часов дали. 5, где-то половина шестого. Ага. А вот я думаю, все, моя миссия закончилась. А уже дальше и спать не хочется сказать. Надо ложиться. Да, я проснулась где-то половина девятого. Ага. 8. Уже все. Уже не спится, надо вставать. Ну вот пришли здесь, отдохнули. Да. Посидели, на воду посмотрели, на птичек, на уточек. На уточек. Стало легче. Да. А тут шашлыки делают, слушай. Болит. Ага. Четверг, ну, слышишь, четверг. Уже в нашем возрасте бессонная ночь. Ну, часто стало. В мае часто. Было очень часто бессонные ночи. Не то, что там боя, просто надо следить. Вдруг ракета летит, будут сбивать, осколки летят. Если на Киев, да, ну... Чаще пока, всего, пока, ну, да, пока чаще вокруг летает. Мимо летает. Ну, тоже. А, всякое бывает. Всякое бывает. Сегодня не завтра есть. Во время войны всегда надо именно худшие варианты учитывать. Угу. А вот здесь косят. Здесь, наверное, подумают зрители, что шумит. Здесь да, косят, сейчас покажем поближе. Да. Вот эти две машины косили. Вот одна машина, вот вторая. Сейчас замолчали. Вторая машина. Это косят, объезжают.
хорошо, да, как в машине сидишь. Гонщики, гонщики. О, начали стричь вот так. Вот машина, видите, как она ездит и стрижет.